лапки, носы разных пород. Есть порода скини, у которых лохматые носики и лохматые лапки. Есть порода бомбы. Это абсолютно лысое животное, еще их называют маленький бегемотик. Лысые свинки не пахнут и будут жить дружно с китайскими хохлатыми собаками или с мексиканскими голыми породы ксола и сквинки. Этих экзотов в нашем городе сегодня по пальцам одной руки. Протерлась водичкой, помыл, да, кремом намазал, все. Они полностью удовлетворят острую тактильную недостаточность. Они отогреют любое сердце. Лысые собаки любят детей, чувствуют больные места хозяева и не потеют, как лысые кошки. А это наш маленький братан, он уже очень нюхает. Да, нюхает. По ночам он очень сильно нюхает, вызывает богам, я не знаю, спать не дает. Если хочет кушать, все, что находится на столе, все стряхивает. Кушает все коробки, потом в гробнике, лучше на гробнике. Еще любит, что он желает. А за что вы его любите? То, что мне подарили такого, да, подарок. Да он очень умный, очень вкусно пахнет. Мне кажется, что вот эти все животные похожи на инопланетян, и они очень милые. Италия редакция за здоровый образ жизни, поэтому спешим вам рассказать, что в Красноярске появился